Приветствую зрителей канала. Спасибо, что с нами сейчас. Нас с вами снова радует. Выйдет сериал «Вместе навсегда». Это наступит с 9 августа 2021 года по телеканалу «Россия». В сериале 16 серий. Предлагаю вам вместе с нами ознакомиться с содержанием серий. Итак, начнем. Первая серия. Тренер по плаванию Катя Звонарева и следователь Саша Титов влюблены друг в друга и счастливы. В день, когда Саша делает Кате предложение, она знакомится с бизнесменом Романом Гордеевым. Роман надеется на отношения с Катей, но получает отказ. И тогда он решает завоевать неприступную девушку любой ценой. Вторая серия. Катя и Саша вынуждены уйти из дома. Они получают комнату в общежитии и собираются пожениться в ближайшее время. Жена Романа, Вика, узнав о предстоящем разводе, намерена отомстить ему. Третья серия. Начальство вынуждает Сашу выпустить Гордеева из-под ареста. Роман обещает сделать ответный ход. Вика надеется расправиться с мужем чужими руками и просит Гену свести ее с конкурентом мужа, бизнесменом Максимом Титовым, отцом Саши. Роман наводит справки о Катиной семье и узнает тайну, которую ее мать Алевтина скрывает много лет. Четвертая серия. У Максима появляется непредвиденная и опасная проблема, которую ему нужно срочно решать. Его жена Нина догадывается, что Максим ей изменяет и нанимает частного детектива. Им оказывается ее бывший жених Константин Веденский. Илья и Рита узнают, что их мать пропала. Они подозревают, что к этому причастен их отец, Роман Гордеев. Пятая серия. Лизе, сестре Кати, срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Саша и Катя ищут деньги, но счет идет на дни. Алевтина клянется, что спасет дочь во что бы то ни стало. Судьба сестры оказывается в руках Кати. Шестая серия. Нина узнает, что у ее мужа роман с секретаршей. Она понимает, что должна жить своей жизнью и решает возобновить отношения с Веденским. Катя неожиданно соглашается выйти замуж за Романа. Саша раздавлен этой новостью. Седьмая серия. Нина устраивает Константину сюрприз, но ее ждет неприятное открытие. Гена сам занимается поисками Вики. Тем временем Гордееву удается ускорить развод с пропавшей женой. Лизу выписывают из больницы. Она вместе с матерью переезжает в дом Романа. Лизе удается подружиться с его детьми и настроить их против Кати. Восьмая серия. Лиза и Алевтина уезжают в Германию. Саша после расставания с Катей не знает, как ему дальше жить, и спивается. Узнав, что Сергей закрыл дело Вики, Гена ищет другого следователя и выходит на Сашу. Младший Титов подозревает, что Гордеев убил свою жену. Девятая серия. Друг и коллега Саши, Сергей, замечает, что его жена Маша неравнодушна к младшему Титову. Катя ищет в доме документы, которые помогут Саше посадить Романа. За этим делом ее застают дети Гордеева, Илья и Рита. Они мчатся к отцу с намерением рассказать ему, что Катя собирается его обокрасть. Десятая серия. Саша получает разрешение на обыск ночного клуба Гордеева. Следователь уверен, что найдет там подпольное казино. Рита сбежала с уроков и пропала. Катя и Илья отправляются на ее поиски. Одиннадцатая серия. Саша, услышав разговор Романа с Катей, сгорает от ревности. В очередной раз, напившись с горя, он делает Маше предложение. Чтобы спровоцировать Романа признаться в преступлении, Саша решается на отчаянный шаг. 12 серия. Маша сообщает Саше, что ждет ребенка. Саша, который по-прежнему любит Катю, в растерянности. Максим приходит к Роману, чтобы похвастаться своей победой, ему удалось переманить инвесторов Гордеева. А помогла Максиму добыть эту информацию любимая женщина Романа, предательница Катя. 13 серия. Нанятый Романом частный детектив Веденский раскрывает Гордееву неожиданную правду о его жене. Максим покупает Алевтине и Лизе машину и квартиру. Он намерен начать жизнь с чистого листа, со своей новой семьей. 14 серия. Катю и Риту похитили и удерживают в подвале. Похитители надеются получить за них выкуп у Гордеева. Лиза в надежде завоевать Романа, снова поселяется в его доме. Гордееву звонят из полиции и сообщают ужасные новости. 15 серия. Саша арестовывает Романа. Алевтину шантажируют. Она должна заплатить огромные деньги, которых у нее нет. Органы опеки забирают Риту и Илью в детский дом. Их единственная надежда – ненавистная Катя. 16 серия. Саша уходит из полиции, чтобы возглавить бизнес отца. Но не уверен, что ему это под силу. Лиза в отчаянии. Она потеряла последнюю надежду добиться Романа. Лиза решает отомстить сестре, но ее план выходит из-под контроля. Благодарю вас всех за просмотр содержания серий. Не забывайте подписываться на канал,